Смотри, что творится. Короче, меня собака... Бусик покусал меня. Сиди тут. Ты мне сегодня нервы сделал. Ты бросался на питбуля. Ты маму покусал. Вот сиди тут в наморднике. Нам нужно ушко еще полечить. Вот так вот. Сиди тут. Так, у меня здесь. Короче, антибиотик. Вот этот вот, блядь. Этот закончился уже. Надо вот этот вот брать. Так, потрясти. И собаке ушко закапать. А ты виноватый. Вот сиди и слухайся маму. Все, мама тебе ушко покапала. Мама так тебя почухает. Да, хороший мальчик. Он знает, что он виноватый. Он извиняется целый день перед мамой. За то, что он больших собак обгавкал. Питбуля обгавкал. Теперь нам придется в полицию подавать. Я вообще против этого. Мне лучше... как бы с родителями этого мальчика поговорить. Смотрите предыдущее видео, и как бы, но мой муж против, и американка говорит, что здесь так не принято говорить на прямую, как бы нужно подавать в полицию. Мне придется составлять полис репорт. Понимаете, для меня вот жаловаться вообще ни мальчик, ни собака вообще ни в чем не виноват. Блять, как мне с этим справиться? Так, малыш, что еще пьем от аллергии, да? Паразит баловный. Короче, дала еще таблетку от аллергии. Вот, и у меня вот этот антибиотик, он очень хороший. Блин, вот это вот, он помогает Буське ушки лечить, а я вот этот вот использовала, как бы, надеюсь, что поможет. Короче, одно ушко закапало. Кончилось. В общем, если не поможет, придется в клинику ехать. А то Макс. А я запомню, я выбрасывать не буду. Что, Буська, будем кушать, да? Кто маму покусал? Кто маму кусал? А? Кто маму покусал? Вот здесь, вот, вот смотри, пусть тебе стыдно будет, зараза малая. Ага. Шо? Угу. Целоваться лезешь. Лезешь целоваться. Ой, ты мой засранец. Ой, ты мой хороший. Сейчас будем кушать, а куда деться? Куда деться? Вкусненько мама тебе даст. Давай, сейчас папа тебе принесет ошейничек. Маме, иди меня поснимай. Сюда. Стоп! У меня там стирка стоит в кульках. А мне иди сюда, Ванюк. Иди сюда, будем одеваться. Иди сюда. Иди сюда ко мне. Что ты прячешь? В общем, у меня муженек сегодня дома. У нас новая неприятность. Колесо проткнул. Не проткнул, а пробило. Проткнул. Я не проткнул его, а пробило колесо. Сам не протыкал, чтобы не работать? Нет, сам не протыкал. Давай, Буся. Говорит, пару раз надувал его, сегодня воскресенье, ничего не работает. Давай, Буся, давай, все. Папа занесет на ручку. Давай. На ручках пойдем. Угу. Все. Вот так мы на ручках ходим всегда одеваться. Он баловень. Балованная собака такая. Зато смотри, как я придумал, маме. Иди сюда, смотри. Я ему прямо ручки, лапки ставлю сюда, в эти самые. Я это 100 раз уже снимала. Смотри и сразу одеваю. Видишь, как мне промазал говнюк. Нет, все-таки успел лапки сделать. Пока не убежал, да? Пока не убежал, да.
Пока не убежал, я успеваю одеть. Это вот его медальки. Это у него медальки, что его зовут Бобби. И то, что у нас emotional dog. Иди сюда, Буся. Иди сюда, надо медальки одеть. Emotional dog. Это значит, делает маме нервы. Иди сюда, нерводеятель. Иди сюда, нерводеятель. Очень эмоционально. Иди сюда, кому? Иди сюда, нерводеятельный. Нервно-деятельная собака такая. А, так, все, все. Теперь все видят, что ты с паспортом и что ты ухаживаешь за мамой. Ясно. Не мама за тобой ухаживает, а ты за мамой ухаживаешь. 100%. У нас сегодня наконец-то тепло. И завтра будет, потом опять дожди. А, кстати, Вова, иди сюда. Иду. Что я не так сделал? О, как я тебя воспитала. Ты не так сделал, уже рассказывай. Не, все так. Вчера, кстати, соседки показали наше пати, очень ей понравилось. Что я не так сделал? Иди сюда, хочу спросить. Спрашивай. Посмотри, я сегодня пила кофе. И вот это вот дерево. Какое дерево? Вот, вот это старое, видишь? Большое вот это вот старое. Ты видишь, как оно наклонилось? Ну, куда оно наклонилось? Вот я думала, если что, куда оно будет падать. Ну, не к нам не будет падать, будет падать туда, раз наклонилась вправо, да? Это вообще, это трындец. И вот это вот уже старое, а это уже на нас смотрит, к нам наклонилось. Вот это ну вот. И что? Ты думаешь, что повредит тебе твою мебель? Я боюсь. Сами, Соня, how are you? А как его вырубать, а? Это надо полторы тысячи платить, чтобы его вырубить. Но хай лучше падает. Повредит дек, будет чинить, инсурсная компания будет чинить. Такая, Вова, оно падает, оно же, слушай, я боюсь. Наш дом может зацепить. Не, оно не дотянется до дома. Дотянется. Так, по радиусу, тут только ветки попадут на Сонин огород. Да? Угу. Маруся, что ты слышишь? Это трындец, я сегодня посмотрела, и никто так за этим не смотрит. Закажи тогда, иди, 15 тысяч долларов, ой, 10 тысяч долларов, заплати, к тебе приедут, спилят это дерево, если ты так боишься. Ладно, идите гулять. Не будем это самое. Я вот питбуля боялась. А он взял и напал на нас. Что значит правильно сделал? Ну что, ты боялась? Эй. Надо было сказать, я смелая, я никогда не буду не бояться никого. Я до сих пор переживаю вообще. Потому что ты не брала свои средства защиты. Не брала с собой ни презервативчика, ни фонарика, ни этого самого. Не, серьезно, я тебе говорю. Спрея. Ты иди, Вова, в баню. Главное, что должен быть презервативчик и спрей. Это не смешно. Это мы легко отделались, да. Ты опять идешь стараться? Сколько ты можешь стараться? Каждый день ты стараешься. Life is good. Жизнь хороша, когда все нормально, более-менее. В общем, сижу, загораю. Наконец-то солнышко. Пью, это не Кока-Кола. Это какая-то Пенски, какая-то фигня. Сладкая. Но она без сахара, диет. Но какая-то слишком сладкая. Заменителя сахара туда передали. Перебрали с ним. Муж там дремает у меня. Вот этот мне гриль муляет глаза старый. Как бы его заменила. Все время дверки открываются от ветра. У меня сегодня уборка. Я пока сделала паузу. Водички попить. Вредной. Как хорошо. Привет всем. Показываю себя. У меня уборка. Я без макияжа. Ну, ничего. Я по-домашнему. Устроила мужу разборки. Целый день пивко и на диване телевизор. Я его попросила еще 3 часа назад, наверное. Разгрузи мне посуду и пропылесось BMW. Перераспределение обязанностей, так сказать. И я как не посмотрю, он все спит и спит, спит и спит. Сейчас захожу, ты что, дремаешь? Да, я дремаю. Я говорю, ну ты же мне сказал, что поможешь что-либо делать дома. Сам спросил меня, что мне помочь. Я сказала, помоги мне. И смотрю, он так с места и не сдвинулся. В общем, мне пришлось
топнуть ножкой и вуаля. Что ты, дорогой, делаешь? Я так топнула и сказала: иди быстро, выполняй свои обязанности, потому что уже темнеет. И вот он мне чистит машинку. Ну, потому что были дожди, и вот сегодня, наконец, день солнечный, а все тащить по дому я тоже не могу, потому что вчера, знаете, приходила соседка, мы собирались ее в гости пригласить поужинать с нами. Значит, надо было все готовить. Но такая интересная ситуация произошла. В общем, эта соседка нас сделала. Она, видимо, так хотела к нам прийти и посмотреть, что за люди, как они живут, что придумала причину. Она написала мне в сообщении, испекла пирожные и печенье для своего друга. Мы такие какие-то подробности, с кем она живет, как она живет, где работает, еще, ну, как бы не расспрашивали у нее. Ну, потому что человека знаешь едва-едва. И вообще захочет — расскажет, не захочет — не расскажет, неприлично как-то это все. Вот. И она пишет, говорит: я хочу тебе принести, значит, сладости эти. А я знаю, что у меня муж сладости любит. И тут такая ситуация. Если ты ей откажешь... Муж вчера тоже вечером дремал уже после этой полиции. Я его разбудила, говорю: я не знаю, что мне ответить. То есть, если ты откажешь, ты, ну, как бы, будешь тоже невежливая. Потому что, в принципе, мы ей обещали конфеты купить за то, что она помогла разобраться с полицией. Смотрите предыдущее видео, у меня что-то голос сел сегодня. Что, он уже пропылесосил? Ну, герой. Вот, и получился такой конфуз. Значит, о чем я говорила? Ах, да. Расскажи, какой сегодня был конфуз с этим салатом. В общем, я все равно расскажу. Если кто-то сейчас кушает что-то, то не слушайте. Но это видео для взрослых. Я сейчас покажу свой пальчик. Видите, у меня накладные ногти. И здесь на одном ногтике пластикового ногтя нет, потому что я занимаюсь уборкой. Естественно, руки постоянно в воде. Вообще, у меня такая фишка есть, что я брезгливая. Вот даже вчера соседка принесла печенье, у меня муж говорит: ты будешь его есть? Я искала, как бы мне оправдаться, что я его есть, наверное, не буду. И муж сначала: ты, наверное, сладкое не хочешь? А я говорю: а, он догадался, мол, ты просто побоялась, что набрала его руками, это печенье. Ну, в общем... Да, но оно поддавалось термической обработке потом. Его ж пихли. Но она же накладывала. Ну, хорошо, все, я съел. Вот. И такой конфуз получился, что у меня муж сегодня ел салат из крабовых палочек. И, видимо, я была настолько уставшая, в общем, этот пластиковый ноготь отвалился и попал в салат. И вчера соседку я угощала таким же салатом. В общем... Ну, если у тебя отвалился только один ноготь, значит, он мне достался. Значит, у нее нет ногтей в салате. Я на это могу только надеяться. В общем, а у тебя один отваленный или у тебя еще есть отваленный? Такой ужас, один. Ну, значит, он мне попался. Значит, все, к ней все попало нормально. Ну, может быть, раньше еще один отвалился. В общем, эти... А когда ты клеила последний раз ногти? Не до салата или после салата? Не помню. В общем, эти пластиковые ногти, там клей, в принципе, он проходит проверку, потому что контакт с кожей. Есть его можно, да? Но он чистый. Пусть смотри, что пусть. Нет, ну, в принципе, если вот дамы, кто-то тоже пользуется такими ногтями, не режьте с этими ногтями салаты, либо надевайте рукавички. И я, короче, перчатки. Я сегодня так разнервничалась опять, когда муж мне сказал, что ноготь попал в салат. Я думала даже ей писать и спрашивать, ну, в такой шуточной форме, ну, как бы, я плохо знаю этого человека, это такой конфуз вообще. А потом думаю, сколько будет... Ну, что ж ты вешаешься? Нервничать. Сколько можно переживать за все? Все мы люди. Поэтому, я думаю, она меня простит. В конце концов, она женщина. Будет знать, почему у меня такой красивый маникюр. А если ее друг сожрал этот салат, боже мой, он вообще не поймет. Так
как надо будет. Ну, как есть, так есть. Поэтому я иду убирать. Я наконец-то долезла до своих хоромов. Муж еще должен посуду поразгребать. А я наконец-то здесь сделала уборку. Вот, разобрала этот сервант. Вот эти накладные ногтики. Здесь оставила сугубо ювелирку, заколки, маски. Это у меня Арифлейм, боже мой, я их так берегу. 8 лет этой бутылочки. Очки, часы и все. Что я хотела показать. Пылесос еще стоит. Сейчас буду пылесосить. Влажная уборка. Ну, пол помою. Вот здесь вот я все выгребала. Вот здесь вот. Одной рукой не открою. Короче, вот здесь вот. Вот это вот все. Блин, сейчас открою. Вот здесь вот после зимы каждый год я начинаю вот эти вот панели на окне вымывать. Потому что сетка, она не пристает герметически. Здесь позабивалась камышня, бабочки какие-то, жуки. Это была просто жуть. Вот это вот все было черное, потому что с улицы летит. Я меняла тряпку за тряпкой. Вот еще здесь какая-то пыль пооставалась. И, ну, в любом случае, тоже, ну, ерунда. Тоже какой-то жучок, блин. Идеально не вымоешь, но, по крайней мере, эти панели я протерла, меняла тряпку за тряпкой. И здесь тоже вот это окно. В общем, все 4 окна я помыла. Вот именно здесь закрыто. Здесь нужно 2 руками открывать. Все помыла. Поэтому я сегодня молодец. И здесь тоже. Все поразбирала. Вот у меня еще гора лежит. Это уже постирано. Нужно поскладывать. Здесь все протерла. Всю косметику поскладывала. Здесь тоже вот. Все помыла. Вот это было очень сложно. Ну, не идеально, конечно. Ну, по крайней мере, для первого раза. Потом будут окна открываться. Все равно это будет протираться. Потому что зимой-то окна не особенно откроешь. И туда позабивалась всякая чепуха. У меня на сегодня есть помощничек. Он мне сейчас разберет всю эту дурацкую посуду, потому что на очереди уже другая порция. Я что еще хотела сказать по поводу этой соседки. То есть, понимаете, если я кого-либо из соседей встречала, я всегда говорила: «Хай, там как дела?» И все, и мы расходились. Ну, немножко могли поболтать. Допустим, вот Дэвид у нас тут есть, приятель, который помогал мне, спасал, вернее, мою собаку и меня, когда здесь бегала другая собака, больше, чем Буси, без привязи. И тоже была, возможно, атака и драка двух собак. Ну, и муж с ним дружит, тоже иногда разговаривает. А вот, знаете, я умею дружить, если по поводу подруг, как бы с украинками. В России у меня есть несколько подружек, да, то есть мы делимся абсолютно всем. А вот с американками как дружить, я себе даже не представляю, потому что это другой менталитет. То есть сейчас, если я, допустим, ее встречу, просто «Хай, как дела?», этим не отделаешься. То есть мне нужно будет заготовить, наверное, какие-то дежурные фразы, типа «Твое печенье было очень вкусное», что-то типа того. Вот, потому что, ну, у меня в Украине были такие подружки, как сестры. Они могли ко мне заявиться в любое время, там, не церемонясь, там. Я никогда не переживала, что я, допустим, плохо выгляжу. Мы делились всеми своими проблемами, секретами. И это было совсем все другое. А сейчас я даже не представляю, как мне заговорить с этой женщиной, если я ее еще раз увижу. Какие-то нужно придумать фразы, чтобы быть невежливой. Наверное, так. Мне надо подумать об этом. Может быть, даже написать по-русски и перевести в Google Translate и выучить. Английский надо учить себе, а не Google Translate. Ну да, но надо подумать, что ей сказать при встрече, потому что, поскольку она была уже у нас в доме, правда, это игра в одни ворота, она нас обхитрила, она у нас в доме была. И она придумала повод, чтобы зайти к нам и посмотреть, кто мы такие, как мы живем. А вот мы у нее не были. Вот в чем загвоздка.
Ну вот тоже такая щекотливая ситуация. Все, всем все рассказала на сегодня. Всем пока. Надеюсь, у вас хорошее настроение, несмотря на мой хриплый голос. Не жалейте лайки, подписывайтесь. Увидимся. До встречи. Голубка сидит. Это значит, что где-то недалеко голуби могут свить гнездо. Голубь или голубка, не знаю, птицы поют. Солнце садится. Дерево еще цветет. Прелесть какая.